Друзья, всех приветствую. Предыдущий спикер немножко раньше закончил. Я начну раньше. Буду благодарна, если поставите единички, что меня слышно и видно. Так, отлично. Я пока подключу свою презентацию. Так, прекрасно. Прекрасно, видно, слышно. Супер. Так, посмотрим. Ну, я начну, потому что, в принципе, 5 минут до начала, но тема у меня интересная, длинная, и когда я рассказываю вещи на эту тему, обычно у меня времени не хватает. Поэтому чуть дольше, наверное, будет лучше. В общем, сегодня мы будем с вами разговаривать на тему «Быстрые деньги для дизайнера». Все, что надо знать про экспресс-проекты. Я с этой темой выступаю периодически, но каждый раз я ее адаптирую. Адаптирую почему? Потому что я сама сейчас практикую экспресс-проекты и, соответственно, очень много новых наработок у меня есть. Поэтому каждый раз, независимо от того, что, возможно, тема, она одна и та же, каждый раз можно услышать что-то новое. Итак, для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Юлия Заикина. Я, как и многие из вас, являюсь дизайнером. И также я владельца и креативный директор интерьерной дизайн-студии Заикина Дизайн. То есть у меня своя дизайн-студия. Так, давайте я немножко больше расскажу о себе. Я практикующий дизайнер с 2011 года. Я владелец и креативный директор собственной дизайн-студии, эксперт в экспресс-проектировании. Также я разработчик уникального метода по экспресс-дизайн-проектированию и обучаю сейчас своему методу дизайнеров. Эксперт по созданию пространств, в которые хочется жить, в которые хочется возвращаться. Это пространство, которое наполняет энергией и ресурсом, и у меня своя особая философия в моей дизайн-студии. Я амбассадор первого бизнес-клуба для дизайнеров, постоянный спикер и участник деловых программ и конференций для дизайнеров и архитекторов как офлайн, так и онлайн. Выступаю на различных мероприятиях и также являюсь спикером в Академии ПРО. Эксперт дизайн-проектирования загородных домов, потому что я сама живу в частном доме, знаю чуточку больше, чем некоторые дизайнеры, потому что я сама столкнулась с различными проблемами. Эксперт в мебели российских и европейских компаний. Также я плотно сотрудничаю с итальянцами и собираю итальянские камерные вечера для дизайнеров, организовываю с итальянцами. Вот, и про свой уникальный метод я тоже уже рассказала. Так, давайте перейдем непосредственно к теме. Быстрые деньги для дизайнера. Все, что надо знать про экспресс-дизайн-проекты. Сразу скажу, для кого будет сегодняшний вебинар. Это не только для начинающих дизайнеров, но и для опытных дизайнеров. Итак, погнали. Так, сейчас, секундочку. Значит, если вы начинающий дизайнер, допустим, либо учитесь еще в дизайн-школе, и вы переживаете, допустим, что у вас мало опыта, что у вас нет портфолио, вы не знаете, как быстро сделать это портфолио, вы мало знакомы с профессией и не знаете, с какой стороны к ней подступиться, вы хотите набить руку, вы не знаете, где искать клиентов, вы не понимаете, как наработать этот опыт, как начинающему сложно найти клиентов. Вы не понимаете, как общаться с поставщиками, и вы не понимаете, как получить бонусы от поставщиков, что тоже очень интересно. Так, поставьте, пожалуйста, двоечки, те, кто у нас начинающие дизайнеры в чате. Очень интересно, сколько вас. Сейчас посмотрим, сколько у нас вообще человек сейчас присутствует. Так, 31 у нас на эфире. Давайте поставьте, пожалуйста, двоечки. Я вижу, что вы есть. Супер. Супер, отлично. Я уверена, что вам мега полезен будет сегодняшний вебинар. Так, дальше. Если вы все-таки опытный дизайнер, ой, сколько вас, но скорее начинающий бизнес-дизайнер. Слушайте,
Вот реально, всем будет очень интересно сегодня. Опытный дизайнер, если вы, то вам тоже очень полезно будет послушать сегодняшний вебинар. Почему? Допустим, если у вас профессиональное выгорание, вы хотите внедрить новую услугу в свою дизайн-студию, быстрые результаты, быстрые деньги. Вы хотите обучить этой услуге одного или нескольких сотрудников вашей дизайн-студии. Вам всем будет это полезно. У меня есть прецеденты, я даю консультации даже своим коллегам из бизнес-клуба «Грани» на тему того, как создавать экспресс-дизайн проекты. Вот, поставьте, пожалуйста, троечки те, кто уже опытный дизайнер у нас в чате. Супер. Так, вы есть здесь, опытные дизайнеры, с троечками? Я не вижу вас. Так, супер. Так, ребят, будьте активны. Я не хочу разговаривать с черной точкой на экране. Давайте будем максимально активны. Только один дизайнер опытный, остальные все новички. Друзья, давайте, вам будет всем интересно, я гарантирую. Супер! Спасибо вам большое за обратную связь. Так, в общем, эта тема, то есть, будет интересна всем. И важно, так как все мы индивидуальны, естественно, мой подход и мой опыт вам надо будут адаптировать именно под вас. Мое выступление продлится около 40 минут, и в конце я сделаю вам подарок, чек-лист, и после сегодняшней лекции он будет, несомненно, очень для вас полезен, и он вам очень понадобится. Так, погнали дальше. Придя работать в дизайн, вы всегда будете слышать вопросы. Так, стойте секундочку, у меня что-то перескочило. Да, значит, придя работать в дизайн, вы всегда будете слышать вопросы подобные, которые вы видите на слайде, а если вы начинающий дизайнер, то вы их точно услышите от клиента. Хотим максимально быстро получить дизайн-проект. Хотим вложиться в определенный бюджет. Хотим получить дополнительные бонусы. Хотим все увидеть наглядно и при этом очень быстро. И так далее. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто слышит постоянно эти вопросы. Вот я как дизайнер, я слышу их с каждым новым клиентом. У Татьяны прям три плюса. Это лично моя боль, поэтому я рассказываю про свою боль сегодня и как я ее решила. Отлично. Супер, 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 супер. Так, хорошо, пойдемте дальше. Супер. Придя работать в дизайн, вы всегда услышите эти вопросы. И что я сделала? Сегодня я хочу на примере экспресс-дизайн проекта рассказать вам, как дизайнеру при помощи этого инструмента быстро наработать опыт и хорошо зарабатывать. Либо просто немножко переключиться с обычных проектов, дизайн-проектов на экспрессы. Сегодня я буду рассказывать свой путь. Я поделюсь своими ошибками, своими падениями, своими подъемами. И это реальный кейс, на котором я вывела свой уникальный метод, свою уникальную услугу. Подобного метода нет на рынке, потому что он выведен, исходя из моего опыта и моей практики. То есть я являюсь продуктом своего продукта. Сразу скажу, что буду делиться исключительно своим опытом, тем, что отлично работает у меня в дизайн-студии. И пришла я к этому не сразу. Я и моя команда шли к этому долго, путем проб и ошибок. Мы что-то меняли. Но при этом сейчас данный метод позволяет нам находиться в балансе с клиентом. Он идеален именно для нас. И надеюсь, вы из него возьмете для себя что-то полезное, почерпнете и примените у себя на практике. На самом деле, до этого, некоторое время назад, я чуть отошла от экспрессов, начала работать с обычными дизайн-проектами, длительными, пошла обучать дизайнеров. Ну и тут в последний месяц, знаете, у меня такая хотелка была. Я очень-очень-очень-очень кое-что захотела. Ну это пока мой секрет, пока я вот не дошла и не купила, поэтому пока не раскрываю все карты, но рассказываю. Я думаю, как мне быстро заработать на свою хотелку денег.
Ну, скажите, вы понимаете меня, что обычные дизайн-проекты, они длятся долго, очень долго мы их согласовываем, потом какие-то изменения, еще что-то, и, соответственно, этапы получения денег, они не быстрые, верно? Ставьте единички, кто со мной согласен. Вот, а я продолжаю рассказывать. Вот, видите, вот это сок и вот это боль. И, в общем, за последний месяц, за март месяц, у меня в начале марта появилась моя хотелка. И за март я сделала примерно, ну, 6 точно экспрессов, 7 или 8, скорее всего. Но я просто не подсчитывала сейчас, сейчас еще один. Так, единички. Все получают быстро. Я вижу, только 2 человека поставили единички. Ребят, вы реально получаете быстро деньги от клиента? Если да, расскажите ваш секрет. Слушайте, я просто дам вам время рассказать ваш секрет, если вы быстро получаете бабки от клиента. Мне очень интересно это. Вот, видите, вот кто-то еще получает, ну, поэтапно, потому что дизайн-проект – это длительный процесс от 2 месяцев. Соответственно, у нас здесь очень важно, вот, рада, что вы со мной на одной волне. Круто. В общем, и я сделала 6 экспрессов. Кто, возможно, следит за мной в Инстаграм, я вчера выставляла пример того, пример скрины, переписок, того, что я зафиналила эти 6-8 экспрессов. То есть за месяц я закрыла 8 клиентов от начала и до конца. Ну круто. Ну скажите, что круто, правда? Супер, да? У кого так же? Кто может закрыть 8 клиентов и закрыть сделку за 3-5 дней? Кто может? Ставим двоечки. Кто может так сделать? Кто может? Просто встаньте и уходите. Вам не нужен. Один за полгода. Кто может закрыть 8 клиентов на экспрессах? Встаньте, уходите, вам не нужен мой семинар. А кто не может, продолжайте слушать. Реально, очень круто будет сейчас. В общем, рассказываю дальше. Начнем с самого начала. Откуда я вообще взяла этот метод, почему я пришла к нему? В 2019 году, когда была пандемия, мы все сидели дома, запросов на дизайн-проекты не было, я думала, как же выйти из этой ситуации. Но я зацепилась за что? Люди постоянно сидели дома, им нужен был комфорт, и им нужно было создать такое пространство в доме, где они находятся 24 на 7, кайфово работают, кайфово отдыхают и круто существуют все вместе. Соответственно, из этого появилась потребность сделать свое жилье максимально уютным, комфортным и удобным. При этом оно должно быть стильным, потому что все мы общались через камеру, у нас у всех инстаграмы, фото, видео, съемка. И тут важно было сделать еще и эстетично, а не снимать себя на фоне штор, либо старых обоев. Это очень важно. И, соответственно, тут был еще очень важный момент, что клиенты... У них мало было финансов на дизайн-проект, и они не хотели платить дорого. Вот здесь вот самый сок, потому что обычный дизайн-проект стоит дорого, а экспресс-дизайн-проект стоит не очень дорого в отношении. И в соотношении с обычным дизайн-проектом. То есть мне надо было придумать такой продукт, который сочетал бы в себе качество, скорость и относительно невысокий чек. Именно поэтому мы пришли к экспресс-дизайн проектам и стали предлагать эту услугу. Так, как я выделила идеальный продукт? Рассказываю изначально. Сначала мы пробовали сократить срок на создание полного дизайн-проекта. Но поняли, что сократив его, качественный продукт, ну, вообще не выйдет, это 100%. Но очень хотелось найти общий язык с клиентом и дать им то, что они хотят. И это была моя боль, недопонимание, я не знала как, потому что мне надо было зарабатывать деньги. Я лично говорю про себя, потому что дизайнеры в тот период очень сильно страдали. И со стороны кажется, да что такое сделать экспресс-дизайн-проект, при этом внутри огромная схема, огромные шаги, очень много трудозатрат. И клиенты не понимали цели, ценности вот этого вот стоимости и сколько надо было потратить на это времени. В результате мы выделили отдельную услугу «Экспресс Дизайн Проект», и на сегодняшний день она пользуется очень большой популярностью. Знаете, что самое интересное? В итоге, по итогу, данная услуга выходит клиенту в 0 рублей.
Реально, ребята, в 0 рублей. Дальше расскажу, как. Это мой гениальнейший секрет, в котором выигрывают все. Дизайнер, поставщик, клиент. У начинающих дизайнеров всегда есть вопросы, где брать клиентов, сколько брать за свою услугу, учитывая небольшой опыт. И ниша в экспресс-дизайн-проектировании очень богата клиентами. Здесь очень большой поток клиентов, здесь очень разноплановые варианты и типы в создании экспресс-дизайн-проектов. И в данном случае мы подстраиваемся именно под клиента и создаем то, что ему необходимо в определенный момент времени. Сегодня хочу говорить с вами открыто, честно, буду рассказывать и про цифры, так как мне кажется, это правильно, и думаю, вам это будет очень интересно. Экспресс-дизайн-проект – это быстро, наглядно, не очень дорого для клиента, и клиент получает свою выгоду, что определяет не очень маленькую сумму, которую он платит за 1-4 дня работы дизайнера. Понятно ли вам это? Если понятно, ставим плюсики. Ну, как бы, если все понятно здесь. Либо, возможно, последний пункт непонятен. Кому непонятен, я могу пояснить. Напишите, если надо пояснить. Так, все. Отлично. А, поясните, Татьяна. Смотрите, поясню вам. Последний пункт. Клиент получает свою выгоду, что определяется не очень маленькую сумму, которую он платит за 1-4 дня работы. То есть, смотрите, если ему говорят, полный дизайн-проект будет стоить 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей мы растягиваем на 2 месяца, и вы будете поэтапно платить эти 200 тысяч рублей. Дальше. Ну, тут вроде как понятненько, да? Говорят, экспресс-дизайн-проект. 1-4 дня работы, там в зависимости от экспресса, и вы сразу платите 25 тысяч рублей. Вот в чем сок. То есть клиенту надо сразу достать из кошелька от 25, а то и больше, и сразу оплатите там. Поэтому вот ему вот здесь вот так мало работает, так много надо заплатить. Но он получает очень крутой результат. Так, Алиса, поясните, какие услуги входят. Дальше все в презентации будет в конце. Можно будет задать вопросы о том, что я не освещу. Так, важно. Здесь мы, естественно, не говорим про технические чертежи. Все мы понимаем, что технические чертежи сделать невозможно за такое время. Что такое вы делаете ПР в рамках экспресс? Что такое планировочный что ПР? Что вы имеете в виду под PR? Поясните планировочное решение. Да, я дальше покажу, как мы это делаем. Конечно, покажу. Так, экспресс-дизайн-проект – это быстро. Если это быстро, то это зачастую онлайн. Но сразу скажу, что сейчас мы перешли и в офлайн, и некоторые экспрессы я делаю офлайн. Но это один из подтипов экспресса. Допустим, клиент уже начал ремонт или собирается начать его, и здесь вдруг решает, все, нам нужен срочный дизайн-проект. При этом он не готов ждать, и он не готов платить огромные суммы. И нужно завтра, послезавтра. Вот на этот вопрос и решает экспресс-дизайн-проект. Кто сталкивался с такими запросами? Нужен проект завтра. Кто сталкивался? Ставим плюсы. Кто сталкивался с таким запросом? Нужен дизайн-проект завтра. Срочно. Прям гиперсрочно. Нам он просто нужен. Вчера. Ну, да. Вчера нужен. Да. У меня таких нет. Ого. Ого. Минус. Не было, что вот срочно нужен. Все приходят заранее. Всегда вчера. Вот. Знаете, наверное, если вы давно в дизайне, то у вас очень много таких запросов. Если вы недавно в дизайне, то, возможно, вы с таким запросом еще не сталкивались. Но с опытом, я с 2011 года в дизайне, большинство, больше 70% вам нужен вчера проект. Вот прям вчера, еще и с визами. Не было, не понимаю, минимум месяц. Все понимают минимум месяц. Ничего себе. Ничего себе. Ну, на самом деле, у меня много таких было. Так вот. И у меня таких нет. Значит, все проходит заранее. У меня очень много. И знаете, почему? Это очень круто.
Потому что если заранее у вас нет возможности быстро заработать деньги, если они вам нужны. Потому что, ну, реально нужны хотелки. Я, честно, заработала на свой дом, который я спроектировала сама, на экспрессах. Вот честно вам говорю. И это была такая хотелка «я хочу». И я фигачила очень долго и очень плодотворно, но я заработала на свой дом. Вот, так, рассказываю. Я продукт своего продукта. И сразу в цифрах расскажу. Изначально я делала экспресс-дизайн-проект за 8 часов непрерывной работы. И 8 часов непрерывной работы стоили 27 тысяч рублей. Так я фигачила примерно 2-3 месяца по 2-3 клиента в день. А откуда в основном клиенты приходят на экспресс-дизайн-проекты? Анастасия, я вам потом расскажу. Внимание, спойлер! В конце будет шок-контент. То, что вы в принципе не ожидаете, кто может прийти на экспресс-дизайн-проект, потому что для меня это тоже было шоком. Реально. Вот. Люди, которые сейчас приходят на экспресс, для меня это... Пару лет назад это вообще было невообразимо, потому что в моем понимании на экспрессы приходили эконом, средний сегмент. Дальше я вам покажу наглядно мой кейс, собственно, кто приходил ко мне на экспрессы. Так. Смотрите, когда я начинала экспресс-дизайн проект, у меня было двое маленьких детей. Один ходил в сад, второй было 8 месяцев, и я справилась. И это возможно. Тут важно понимать, знаете, что экспресс – это не волшебная таблетка, это четкий алгоритм действий, сделав который, вы придете к заработку от 27 до 25 тысяч рублей в день. Действие равно результат. Я так делала, потому что у меня была в этом потребность. И благодаря этому, благодаря и только своему опыту, только определенным шагам, затем я вывела этот алгоритм. Знаете, многие говорят, я расскажу вам еще секрет один. Я делаю обучение, да, и когда я просила некоторых сделать рекламу своего обучения по экспресс-дизайн-проектированию, быстрые деньги для дизайнера, как зарабатывать 25 тысяч в день. В одном из пабликов Telegram мне сказали, слушайте, какой-то разводняк, просто разводняк. Но... Соль в том, что когда я попросила своих коллег-дизайнеров сделать такую же рекламу меня на прошлый поток, у девчонок даже не возникло вопросов. Знаете почему? Потому что они знают меня с 2019 года, и они знают, о чем я им рассказывала в 2019 году. Потому что в клубе мы все давным-давно вместе, и я рассказывала этот опыт свой с самого начала. Поэтому те, кто меня знает хорошо и плотно, у тех в принципе не возникает вопросов, разводняк ли это, либо это действительно так. А это действительно правда. И я буду благодарна, девчонки, если вы есть в чате сейчас, те, с кем мы давно знакомы, те, кто в теме вообще, и те, кто давно в бизнес-клубе у нас, пожалуйста, поставьте плюсики. И действительно, я знаю, что вы можете, вот реально это действенно. Поставьте плюсики, чтобы я... О, Ольга, вот спасибо вам, Ольга, потому что... Это реально крутая штука, которая работает. Так, коллег мало. Ну, ладно. Значит, первый вариант экспресс-дизайн-проекта. Это экспресс-дизайн-проекта всей квартиры. Соответственно, в данном случае частые запросы на квартиры до 50 метров квадратных. Это те люди, которые не готовы платить много за дизайн-проект, но которым дизайн-проект очень нужен. И в этом случае на помощь приходим мы. Здесь целая схема, что зачем идет, пошаговый алгоритм со скриптами. Вам остается только применить его. Но... Путем проб и ошибок мы все же пришли к тому, чтобы разделить эти 8 часов непрерывной работы на 2-4 дня. Почему, спросите вы, да, почему нельзя зарабатывать сразу такие большие деньги? Как бы и по сути я экспресс очень быстро делаю в виде визуализации на первом этапе планировочного решения. Ну, Ольга, смотри, тут, наверное, немножечко другой вариант экспресса, потому что у меня... Я чуть позже расскажу, кто приходит ко мне на экспрессы. Ну, и как выглядит экспресс. Это да. Угу. Прежде всего мы поняли, что клиенты... Вот я представила себя на
месте клиента, который не имеет ежедневного опыта и практики в подобных вопросах, спустя 2-3 часа все уставали. Если далее продолжалась работа, клиент начинал раздражаться и злиться. Также у клиента еще есть свои дела. Если это не жена, которая сидит дома, а работающий человек, то достаточно сложно включиться и целый день быть на связи. Но только если в выходной. И кому надо, чтобы клиент раздражался, кому надо, чтобы клиент нервничал? Да никому, ни клиенту, ни нам. Но самый важный момент еще здесь. Каждый решает сам для себя, так как здесь тоже зависит и от ваших возможностей, и от возможностей клиента, и также от вашей скорости. В данном случае есть также работы, которые можно и делегировать. Допустим, это замер. Без замера мы не выходим на экспресс-дизайн проект. Дальше я расскажу, откуда я беру замеры. Клиент либо делает его сам при помощи моего чек-листа, либо вы делаете, но дополнительно берете за это деньги, либо вы делегируете это сторонней компании. На самом деле квартира до 50 метров квадратных стоит примерно 4000 рублей замер с перенесением его уже в программу. То есть это очень удобно, это реально удобно. Вы не тратите свое время на поездку, вы можете сделать это прям в любом другом городе, потому что экспрессы можно делать онлайн, и независимо от того, в каком городе вы находитесь и в каком городе находится клиент, соответственно, здесь очень классно балансировать в этом. Делают такие, но, как правило, бюджет больше. Но начинаются вопросы в процессе. Надо детально в самом начале раскрывать, что входит в услугу. Я так и делаю детально, но у меня на экспресс уходит 1-3 дня. Бюджет эконом. У меня бюджет, у меня звезды приходят на экспресс. Я вам дальше покажу. Реально это так сейчас. Дальше. Концептборд. Это вообще отдельный подвид экспрессов по созданию портфолио. На подобных концептбордах можно очень быстро и красиво заполнить вашу ленту в Инстаграм. Здесь самое важное и ключевое – это быстро и красиво. Если вы новичок, реально подобные концептборды делайте на коленке за 15 минут, и вы таким образом можете сделать портфолио себе. И это один еще из способов, о котором я рассказываю себя на курсе, о том, что как классно закрывать клиента при помощи концептбордов. Вообще гениальнейшая штука. Если у вас нет подобных работ в портфолио, как закрыть клиента в течение 30 минут на определенное портфолио. Очень крутая штука. Только надо подобрать компанию, с которой удобно работать. Это точно. Только надо подобрать компанию, с которой работать. Наверное, это про замеры. Окей. Дальше идем. Соответственно, начинающему дизайнеру очень легко делать портфолио, и я знаю, как быстро это сделать эстетично. В данном случае нужна только одна программа и планшет. Программа, которой я пользуюсь, на коленке прям меняю колеса в автосервисе, я набрасываю клиенту концепции, либо закрываю клиента так на концепции. Прям очень легко. Какая выгода клиенту в данном случае? Я с клиентом делюсь своими дизайнерскими скидками. Алина, дальше, да. Что такое концепт-борд? Смотрите, я вам верну слайд. Концепт-борд – это, секундочку, это набор картинок, которые стилистически и по цветовой гамме сочетаются между собой и отражают те предметы мебели, которые есть на планировочном решении. Какие-то картинки я беру из своего портфолио. Дальше вы можете посмотреть мой сайт и посмотреть, какие работы. Но иногда есть запросы клиента, которых нет в моем портфолио. Но мне очень интересно делать. И да, я открыто говорю, что какие-то картинки мы берем и набрасываем из Pinterest. При этом дальше, если вы посмотрите на концепцию здесь, мы вытаскиваем еще отдельные предметы мебели из этих картинок, которые есть в магазинах. Посмотрите, просто здесь картинки есть плюс предметы мебели. Предметы мебели – это конкретные, которые можно купить в магазине. Отделки тоже конкретные, которые можно купить в магазине. Вот. При этом это ни в коем случае не плагиат. Подскажите, в какой программе работать? Татьяна, я не подскажу, в какой программе работаю. Дальше вы узнаете, почему. Сейчас не скажу.
Так, давайте перейдем дальше, потому что немного времени уже осталось. Какая выгода для клиента в данном случае? И клиент, и дизайнер, и поставщик выигрывают все. Я делюсь с клиентом своими дизайнерскими скидками. То есть как это происходит? В итоге клиент от меня получает планировочное решение. Дальше покажу, как выглядит концепцию. И файл Excel с шот-лист, так скажем, с контактами поставщиков и с прописанными скидками. То есть, допустим, если мне поставщик дает скидку 10, но клиент, зайдя в магазин, не может получить такую скидку, ему 3 дадут, я даю ему 5. То есть 5 клиенту, 5 мне возвращается. Плюс мы сейчас разрабатываем с поставщиками систему QR-кодов и промокодов. То есть когда клиент приходит с подобным файлом PDF, с концепцией, с планировкой к поставщику, поставщик уже знает, и он идентифицирует меня по этому QR-коду, и он знает, что мне надо дальше отправить бонус и даст клиенту этот бонус. Но вы спросите, да не все поставщики добросовестные, да нет, да что вы, особенно начинающие дизайнеры. Ребят, я работаю в дизайне с 2011 года. Да, не все поставщики добросовестные, но у меня есть пул поставщиков, которые реально, вот у меня недавно, ну недавно, несколько месяцев назад мне приходит 40 тысяч на карту. Я, о боже, откуда такая радость, от кого? И потом поставщик мне пишет, что клиент обратился к ним, купил огромное количество напольного покрытия, инженерную доску, и мне пришел такой приятный бонус. Ну, слушайте, ну кайф, кайф. Дальше. Дальше есть еще один подтип экспресс-дизайн проекта. Это, скажем так, хоум-стейджинг, но я его так не называю. Это экспресс по одной комнате. В чем плюс? Один день, короткий срок, отличное знание поставщиков, и плюс сразу вы получаете хорошие бонусы. Как работаем мы сегодня? Сейчас экспресс в моей дизайн-студии в основном. Это 2 дня работы, и он включает в себя с выездом на объект. Это 40 тысяч рублей за подобную работу я беру. И перед выездом всегда клиент сбрасывает мне деньги на карту. Тут мы целый алгоритм построили. Это каждый день по 4-5 часов работы. И результат: у клиента на руках есть дорожная карта, согласно которой он может двигаться дальше. Так, далее идем. Важно, работа в данном сегменте, я уже об этом сказала, перед началом каждый день необходимо вносить предоплату 20 тысяч рублей. Это я говорю про эконом-сегмент. Почему? Потому что, ну, как бы вы выехали, там у человека планы поменялись. Но я бы, в принципе, всегда перед выездом из дома, я бы всегда брала предоплату за перед началом работы. И я всегда всем своим клиентам говорю, что я работаю только по предоплате. Я тоже делюсь скидками заказчикам, но некоторые, не все поставщики, просто не могут делать скидку клиентам в счете, а только по договору дизайнеру на счет. Евгения, у меня пол моих поставщиков, все могут это делать. Все могут это делать. Я собрала такое количество поставщиков, которое закрывает все позиции, при том сегмент разный, ценовая категория разная, и все они прекрасно это могут сделать. Всегда можно найти таких поставщиков. У меня они есть, и ими я также делюсь со своими учениками. Дальше. Какая выгода для клиента в данном случае? Ну, об этом мы уже проговорили. Все получают скидки. 50 на 50. Юля, а вы в Москве работаете? Да, Надежда, я работаю в Москве. Но важный момент, тоже я говорю всегда своим ученикам о том, что 60% моих поставщиков работают и не только по Москве. То есть они работают по всей России и на регионы тоже. Вот это важно знать. А, кстати, еще хочу одну пометочку сделать. Вы знаете, кстати, что в ХОВ теперь тоже есть дизайнерские скидки. И прям эконом, который приходит, которому нужно за 2 часа сделать экспресс, который я тоже делаю, я отдаю полностью свои скидки с ХОВа. Все, из ХОВа отдал, все рады, все довольны, 10% из ХОВа. Мне они особо не сделают погоды. Клиент рад, потом еще 100-500 своим родственникам, друзьям посоветуют меня, которые придут ко мне опять-таки на экспрессы. В ХОВ сумма должна быть 100 тысяч. Во всяком случае, мне так сказали. Неправда. У меня и на
3000, делали скидку 10%, неправда. Я сама лично покупала, без, не говоря, как бы, что я дизайнер, а просто у меня есть промокодик от Хофф дизайнерский, я его показываю, и все, 10% на любую позицию. Ольга, там есть что-то приличное, смотря у кого какой запрос, понимаете? И до звезд. Соответственно, кто-то пойдет и в Хофф. Я расскажу вам по секрету, звезды тоже ходят в Хофф. Входят. Вот. Странный менеджер по работе с дизайнерами, но это СПБ. Евгений, я не знаю, я просто писала, я помню, я просто регистрировалась в Хоффе и все. Я даже туда не ездила, я через почту все это оформила. Очень просто. Все мои клиенты довольны, я довольна. Себе я не забираю ничего, мне это не интересно. Суммы там не такие, а клиенты довольны. Вот. Дальше. Как мы делаем планировку? Я предлагаю вам на слайде реально ту планировку, которую я предлагаю клиентам на коленке. Такую планировку вообще делаю в такси, у клиента прям на этом планшет, определенная программка, стилусом я нарисовала через... Но тут нужны размеры. Важно, здесь важно иметь размеры. Все, разрисовала, все, клиенту все понятно. Там даже, ну, я увеличить здесь не могу или могу? Могу. Вот тут даже, смотрите, подписано все, если все размеры проставлены, все показано. То есть прям это максимально удобно, максимально наглядно и максимально быстро, с учетом всех пожеланий клиента. Дальше. В данном случае выигрывают все. Клиент, дизайнер, поставщик. Поясняю. Клиент. За 1-3 дня работы он получает дизайн-проект, дорожную карту, с которой он может идти куда угодно, покупать все, что угодно и делать все, что ему угодно. Плюс у нас один из подвидов экспресс-дизайн-проекта – это реально очень крутой инструмент, в котором есть и свет, и розетки мы показываем, где и как поставить, и каким образом это все сделать. Дальше. Дизайнер выигрывает, потому что, ну, во-первых, он получает деньги за экспресс, а дальше он получает откаты, бонусы от поставщиков. И поставщик, к которому приходит клиент. Расскажу вам историю. Ко мне на экспресс полгода назад приходит женщина. Говорит, Юля, нашла вас на сайте, где-то там, окей. Сделайте мне экспрессик. Я говорю, хорошо, давайте 40 тысяч, я и к вам выйду, поедем по магазинам. Все сделали мы ей за 40 тысяч. И потом я посоветовала их своих мебельщиков. И плюс она еще заказала корпусную мебель до 2 миллионов. Плюс, я не помню вот сейчас. И мне откатиком прилетело еще 100 с чем-то тысяч от мебельщика. То есть на экспрессе, а у меня мебельщик, мой супер гениальнейший мебельщик, я не знаю, есть ли у вас такие, они выплачивают мне бонус, как только клиент оплатил. То есть не после поставки мебели, да, а как только клиент оплатил и перед запуском производства, сразу бонус мне капает на счет. Идеальнейшие ребята, крутые ребята, мега круто полезно. То есть на выходе в экспресс-дизайн проекту, если клиента поимела 40, плюс какие-то откатики, там еще мы в СК-дизайн заказывали, еще где-то заказывали в Диваны.ру, и плюс мебель мы взяли, заказали у моего поставщика, и откатиком 140. В итоге 200 штук с экспресс-дизайн проекта меньше, чем там за неделю. Кайф! Кто так зарабатывает? Поставьте плюс. Если нет, я расскажу, как это делать. У меня свой алгоритм, своя схема, своя система. Все мои ученики просто в восторге. И это реально мои кейсы, просто реальные кейсы. Я не выдумываю ничего с головы. Я рассказываю только то, что у меня на опыте. Как выглядит планировочная и как выглядит расстановка розеток, освещения. Как выглядит планировочная, Алин, я вам показала на предыдущем слайде. Вот планировочная, которую я делаю на коленке. Как выглядит расстановка розеток, освещения выключателя, я вам не скажу здесь. Дальше расскажу, почему. Звучит сказочно. Тут, знаете, вопрос. Я говорю всем своим ученикам, это не волшебная таблетка, это здесь надо фигачить. Фигачить много ежедневно, но за это платят хорошие деньги. Если у вас есть цель, а у меня она была, я хотела очень дом в самом начале, в 2019 году, и на дом я заработала благодаря экспрессам. Это отлично, я про экспресс даже не думала. Подумайте, Ольга, подумайте. Реально, если вы следите за мной в Инстаграм, зайдите на мою страницу. Я прям скрины отправляла того, сколько я сделала за март экспрессов. Ну, реально, это очень крутая штука, чтобы заработать на своей хотелке быстро. Либо у вас там кассовый разрыв, либо у вас вы сидите без проекта, думаете, что делать.
Замучу-ка я экспрессик. Вот и все. С поставщиками так и работаю. Классно. Не листаются слайды у меня. А у вас не должны листаться слайды. Я листаю слайды. Так. Так. Иногда здесь может возникнуть вопрос у клиента, а почему мы должны платить так дорого за 1-3 дня нашей работы? То есть вы плюс-минус от 25 до там, 40 тысяч. Но если это один день работы и небольшой маленький специк, можно взять и до 10 дней. Но это, допустим, пример приведу. На прошлой неделе я делала гардеробную. Клиентке есть комната, она прислала замеры, надо расставить гардеробную, поставить диван. Планировка плюс мой поставщик 8 тысяч рублей, потом будет хороший бонус от поставщика. Точка. Вот вам экспресс определенного типа. Ну, я работаю по определенному алгоритму, и за это я потратила 2 часа своего времени на планшете, сделав планировку, плюс поставщиком там мы посчитали сразу. Все прекрасно, жизнь чудесна. И, соответственно, на такой вопрос клиента, который может поступить, ответ очень прост. Если вы хотите быстро и качественно, мы готовы вам помочь. Но мы ценим свое время и уверены в своей экспертности, поэтому цена нашей работы высока. Но результат при этом произойдет все ваши ожидания. И самое приятное для клиента – это вернется стоимость дизайн-проекта за счет наших дизайнерских скидок. То есть по итогу клиенту все это выходит в ноль. Изначально сразу на какой крючок можно зацепить клиента экспрессом, вам он выйдет в ноль. Вы не заплатите по итогу ничего. То есть вы купите мебель, отделку и так далее, но бонусом у вас будет дизайн-проектик, за который вы изначально платите, а потом его окупаете. Это просто пушка-бомба. Для меня это очень быстро. Идей очень много для каждого проекта. Ольга, смотри, это же все равно от площади и мои знания. Ну, естественно, экспрессы – это от 50 метров идут зачастую, ну, до 50 метров. Но сейчас покажу мой прекрасный шок-контент. Сейчас следующий. Шок-контент. В марте ко мне обратилась девушка. В общем, там к ней надо было подъехать, у нее дом. Надо было сделать, посмотреть, там, докупить, создать уют, плюс еще, ну, стилизовать как-то, плюс еще экспрессиком быстро мебель подобрать, может, что-то поменять. Приезжаю я туда, она говорит, вас встретит Елизавета. Это загородный поселок, трехэтажный панхаус. Я приехала туда на 4 часа за 20 тысяч рублей. По итогу Елизавета прекрасная, оказывается, Елизавета Ридель. У нее 599 тысяч подписчиков. Я выставляла также это у себя в соцсетях, потому что для меня раньше экспрессы были это прям эконом-эконом. Но звезды, телеведущие, девушка, она телеведущая, у нее свой бутик, винный бутик, ну, в общем, она много где выступает, у нее свой канал на YouTube, она достаточно известна, 599 тысяч подписчиков. Вот. То есть вы понимаете, что сейчас мир настолько изменился, что экспрессом пользуются уже и звезды. То есть насколько это актуальнейший продукт. У меня вот тут после этого слайда можно сказать все, закрываем все, потому что если такие люди идут на экспрессы, то тут возникает вопрос, нафига делать эконом-экспрессы, если такие идут. А затем они, у меня с ней потом была договоренность, я с ней хорошо сконнектилась, она меня будет рекомендовать своим подружкам, друзьям, знакомым, а подружки, друзья, знакомые тоже вот из этой категории, понимаете? Вот это аргумент, да? Вот это реально, вот это аргумент, потому что раньше у меня такого аргумента не было, потому что прецедента не было. Здесь есть этот прецедент, я офигела просто, вот честно, у меня других слов нет. Так, давайте дальше. Вопросы ваши есть, нету? Задавайте вопросики. Скажите, понравилось вам или нет. Я пока вас поснимаю, можно? Чуть-чуть поснимаю. Все супер. Так, круто. Все супер, все супер. Спасибо вам большое вообще за вашу обратную связь. Для меня это очень важно, потому что огонь, спасибо большое, вы такие активные были, столько сегодня мне всего писали, задавали. Супер, спасибо большое. Угу. Друзья, я надеюсь, понравилось всем. В сети у нас сейчас 40 человек, которые меня слушают. Не поняла ничего, что входит в экспресс. Ольга, специально для вас. Спасибо. Есть несколько видов экспресс-дизайн-проекта.
экспресс полной квартиры, экспресс одной комнаты, экспресс с выездом и еще несколько подвидов. В каждый экспресс входит, тоже ничего не ясно, по составу проекта. Алис, смотрите, для того, чтобы было максимально всем ясно по составу проекта, что я хочу сделать. У меня 15 апреля стартует курс. Почему я не рассказываю здесь? Потому что это, честно вам скажу, картинки с Пинтереста показать заказчику за 25к. Алин, ну, окей. Я не стану здесь ни переубеждать никак, но здесь можно сказать, вы не можете так продавать, я могу так продавать, и я могу научить вас, как это продавать. В общем, 15 апреля стартует мой курс «Быстрые деньги для дизайнера. Экспресс 2.0». 6 модулей, практикум и приглашенные эксперты. Кому интересно, у меня есть Инстаграм, Телеграм для дизайнеров, здесь, по-моему, съехала. Вступайте в группу, пишите мне в WhatsApp, в Телеграм, я отвечу на любые ваши запросы. По стоимости курса также пришлю всю информацию. Могу озвучить сразу здесь стоимость курса, 2 недели длительность, стоимость 25 тысяч рублей. Эти 25 тысяч рублей окупятся у вас, если вы возьмете клиента сразу. И, Алин, хочу небольшую ремарочку сделать. Ничего не поняла. Картинки с Пинтерест показать заказчику за 25 тысяч рублей. За 25к. Да, я так могу. И я знаю, как это сделать красиво. И я это делаю с 2019 года. И у меня есть классные результаты. У меня есть классные отзывы, потому что если вы зайдете ко мне в Инстаграм, у меня уже проходило несколько потоков, и вы там можете посмотреть отзывы моих учеников. Просто гениально. Кроме того, я даю еще своим коллегам-дизайнерам, скажем так, кому не нужно обучение, я даю им консультации платные. У меня Валерия Мироненко, если вам говорит эта фамилия, но одна из членов Союза, брала консультацию. И там же можно посмотреть ее отзыв. Просто все в восторге. От моего метода, от того, как я делаю это и что я даю. И многие девчонки пишут на курсе, что они бы заплатили больше, потому что ценность курса гораздо выше ее цены, потому что это ж огонь. Вот. И на курсе вы сразу сможете окупить стоимость обучения. У нас там практикум мы делаем, плюс еще по личному бренду разговариваем, и плюс еще будет психолог у нас, потому что это очень важно. Так, ну и в конце... Хочу сказать спасибо бизнес-клубу «Грани». Почему? Потому что если бы не было бизнес-клуба «Грани», у меня бы не было такого прорыва. Это именно тот клуб, в который стоит вступить и в котором стоит развиваться. Потому что очень много единомышленников, очень крутая поддержка и вообще очень много возможностей. А мудборды готовим клиенту, также берем из Pinterest. Так что это потрясающий выход для всех. Спасибо, Юля, потрясающе. Я очень рада, я сейчас еще раз сниму немножко. Так, это точно, если у меня нет Инстаграма, это как-то помешает обучению. Слушайте, нет, это не помешает обучению, расскажу почему. Я дала фишку своим ученикам касательно того, вот как на коленке быстро собрать мудборд и закрыть клиента, если у вас такого нет вообще в портфолио. То есть вы можете закрывать клиента на любой его вопрос, взяв у него 30 минут времени. Идеальная схема, просто идеальнейшая схема. Так, и еще подарок от меня, я не сказала, есть чек-лист, как сделать замеры самостоятельно. Почему дарю именно этот чек-лист? Потому что экспресс-дизайн-проекты строятся на замерах изначально, если вы делаете это онлайн. Соответственно, имея этот чек-лист, вы отправляете клиенту, он делает замеру, у вас все данные есть, и вы можете приступить к экспрессам. Вот. Также на своем курсе я даю очень много чек-листов, даю таблички, как прочитать бюджет предварительно. В общем, офигенная программа у нас. Кто хочет ознакомиться ближе, кто хочет понять больше, пишите мне в Инстаграм, пишите мне в WhatsApp, пишите мне в Телеграм. Юля, время. Отлично, все, я могу уже отключаться. Может заходить другой спикер. Как хорошо, что я начала пораньше. Экспресс включает только одно планировочное решение. Нет, экспресс включает 3 планировочных решения. 3 варианта я всегда делаю. А потом выводим одно общее.